Знатный дождик прошел, конкретный. Настучало по феншую. И градом, и дождем проливным. Разверзлись небеса конкретно. По полям, по лугам реки текут. Это посаженная территория. И речка текет. Андрюки. Конкретный дождик. Небеса решили не скупиться. Зачем растягивать на месяц? Можно сразу все сбросить. Чтобы не жаловались на отсутствие дождей. Сейчас посмотрим, что там в Андрюках творится. В Андрючке, в речке. Вон море разливанное по полям, по лугам. Кругом. Здесь воды нету в Андрючке. Дождик не было серьезного. Слегка покапал. Но он еще может пойти и здесь. Он свалился сюда. Еще может пройти и здесь. Нет, здесь вода относительно светлая. Надо набрать где-то. Ничего серьезного.
возле родника речки текут. Прорвало где-то. Но вода светлая, в отличие от речки, где мутнейшая вода и туманы, туманы. Туман уходит вдаль, а еще комары. Ну-ка, короче, короче, ты смотри, комары закусали. Вода мутная немножко. Прямо с речки сюда идет. Черт побери. Что же делать? Что же делать? Как же быть? Это кошмар. Залило родник. Родник залило. И уровень поднялся. Нет, здесь вода плохая. Что-то мне не нравится. Здесь тоже град пошел, очевидно. Листья понакидало. Никак погода не установится. Что за дела? Сегодня день разнообразных картинок. В конце дня радугу показали нам. Неожиданно. Чтобы мы не грустили на досуге. Дождями. Между дождями проливными. Обнадеживающе так. Радуга выглянула. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.